Привет, друзья! Это будет очень странно, но сегодня я захотел просто так посмотреть Рому Желудя и его, пожалуй, самый популярный трек «Like». Популярный он не только по просмотрам, а по дизлайкам. Давайте же посмотрим. Это реально очень странно. Погнали. Знаете, я хочу просто снять реакцию для архива, для моего канала. Ну, также, может, кому-то и понравится. Вообще без проблем. А что мне не нравится здесь, это его стиль. Обычный будний день, делать уроки лень, и я погружаюсь. Это такая ностальгия. С утра и поздний час писал тебе. Сколько людей пело это вот. Это песня, вот это пело. Я даже не знаю, как это назвать. Просто похоже на Джастина Бибера, его трек «Baby». Там так же было почти. Боже. Знаете, вот вы смотрите реакцию, но вы не понимаете, насколько мне это стыдно смотреть. Тебя давно я знал, раньше не замечал. Тогда был слеп, а теперь влюблен. На-на-на, и серенады пел, но видно не успел. И недоступен твой телефон. Я даже я не знаю, как комментировать. А знаете, какие у меня мысли? Если бы он выложил этот трек вот сегодня, в 2017, возможно, у него появились бы фанаты. Но в 2012 году это было... зашкварно. Единственное, что я могу отметить, это то, что клип качает. То есть, несмотря на всю абсурдность и ущербность, он качает. Извините, кого, может, оскорбил, есть фанаты Желудя. Но я не знаю, вот... говорю как есть. Как же без этой... оу. Там язык был. Ну что, в лосинах? Ну и, собственно, костюмы и стиль клипа очень классный. Но, блин, тогдашняя субкультура была очень странной, наверное. Это, видимо, родители. Ну, понятно. А? И если тебе понравилось видео, ладно, ставь лайки и подписывайся на канал. Это быстро, это несложно. До следующего видео, пока.